Классик импрессионизма Эдгар Дега получил классическое образование и изначально занимался под руководством Эндре, мастера реализма. Но в 1862 году Дега знакомится с Ренуаром и Моне, по тем временам уже знаменитыми импрессионистами, и Дега кардинально изменил направление в своем творчестве. В отличие от Моне и Ренуара, которые были приверженцами работы на пленэре, Эдгар Дега рисовал по памяти и не любил писать на свежем воздухе. В 1870 году Дега в своих работах стал использовать пастель и называл сам себя мастером цветных линий. Эдгар Дега был мастером не только линий, но и движений. Самой излюбленной темой в работах Дега были женщины. Балерины, танцовщицы, кухарки, знатные дамы, простые и богатые. Одетые и обнаженные, он любовался ими и изображал их в какой-то определенный момент движения или действия. Есть что-то фотографическое в этих великолепных работах. Фигура гладильщицы, зевающей от своей однотонной, утомительной работы, стала символом работницы XIX века. Женщина решила передохнуть и выпить немного вина. Ее поза и весь внешний вид говорит о том, как у нее ноет спина и болят руки. Рядом с ней вторая гладильщица продолжает отутюживать ткань тяжелым чугунным утюгом. Ее усталость видна в напряженной позе, когда она, опустив голову, пытается со всех сил давить на утюг обеими руками. Это тот Париж, который скрывается за яркими витринами и вывесками богатых магазинов и отелей. Повседневная, тяжелая безысходность работниц делает их жизнь невыносимой. Дега отработал новую технику, когда грубый холст и грубые мазки создают на картине эффект пастели. Детали художник почти упускает, уделяя больше внимания фигурам и их контурам. Гуманизм картины как раз кроется в этой жесткой живописи. Зрителю становится невыносимо жаль этих тружениц. И если это так, то Дега смог сдвинуть огромную глыбу проблем женского труда в Европе XIX века.